Плохие дела. Что, медогонку включать? Вы хотели? Не, я все понял. Нет, медогонка видно, что, ну, лысонь. Мне ваша распечатка интересна. Демарион сколько у вас? Это не все, еще новых есть несколько штук. Это для плохих. Так, тут пчелки. Можете разговаривать. Сейчас чуть-чуть разгорится красный цвет. Красный цвет. Обязательно. Мы в зимовнике. Зимой пчелы. Раз, два, три, четыре ряда вверх. Вентиляция у вас, ну, вот какие есть. Кормушки такие, да? Да. Кормушки. Кормушки, да? Да, да. Вот, Ваня, снимай. Вот пчелки. Трехрамочные. Видно тебе? Ну, я думаю, что кому-то будет видно. Вот это. Видно? Видно, да. Видно. Сидят как. А ну я их так поближе. Увеличь поближе. Как сидят, смотрите. И не трехрамочные. Три рамки. Красиво, да. Хорошо сидят. Полностью открываю и крышу снимаю. Ага. А это, а там, ну, что-то лежит, чтобы они не поползли? Ничего нет. Ничего, просто... Ну, сидят они хорошо, компактненько. Вот стоит. Сейчас поднялась, на улице потеплело, поднялась. Ну, смотри, Денис, температура что поднялась? Я где 5-4 рамки оставил заставные, а они как бы дают тепло. Там не видно, что вот здесь. Да там хорошо видно. Да. Там на камеру будет темно. О, градусничек стоит. Да, Ваня. Вот сейчас у нас 7. Это большая влажность, на улице туман. Да, ну, а тут обычно 7 градусов, правильно? 7,1. 7,1. Обычно у меня влажность такая 78-82, вот такая влажность, ага, стоит. У меня были другие термометры, но это самый такой нормальный. Крупный. Я смотрю, видно? У вас трехрамочников, ну, вы любите зимовать, да? Да, сейчас, сейчас зимует 45 штук трехрамочников. И нормально. То есть, а? Ну, это польские или самодельные? Польские. Польские. Лысонь, все лысонь. У меня и мини-плюсы, и эти лысонь. Ну, то есть три рамки зимуют и нормально мини-плюсы зимуют. Ну, вот, смотри, ты спрашивал, нет, вот. Да. Крыша, снимаю, да, вверх все. Ногами, видишь рамки? Да. Да, вот, да. Смотри. Просто так воздух, чтобы был. Никакого, ни пленки нету, ничего. Ну, вот. Нету, все. Левая, 49-я, Б36-я. Вот. Это, да. Это от Мальфорда Дайка. Вот так зимует. Да. И все, и есть продух, все, есть вентиляция. Вентиляция. То есть потому что будет сырость. Не нужно пленок никаких в зимовнике. Ну, вон они тоже сидят, посмотри. Вот там сидят тоже. Сейчас, светите, светите. Может видно, может не видно. Здесь, о, все, на свет. Они же на свет пошли. Пошли на свет. Скажите, вы пробовали в августе делать отводки трехрамочных, как белорусы пробовали? Вот у меня матки облетелись не в августе, я так не делал, как белорусы. Дело в том, что у нас же подсолнух, и у нас сильно снашиваются семьи. У меня были, где матки облетелись, там я получил поздно маток. Вот этот Элган уже в конце лета, потом приехала Сахари ко мне. От Миши поздно же приехал, но я от Мишина не привился. Матки облетелись, я просто подкинул по рамке расплода под себе, все, чтобы они в зиму пошли на трех рамках. Ну, две рамки перезимовывают, даже одна рамка, да, перезимовывает пчелы. Единственное, что плохо, весной потом она не стартует и может посыпаться пчела. Вышли. Да это же мы там посветили. Ну, мы потревожили. Да. И тут. Мы светили в лето. Да, мы прям летом. А у меня вопрос, а почему открыта крыша вообще? Вентиляция. Для вентиляции, потому что пенопласт. Я пробовал, тут же дне сетка есть, не помогает. Ну, на рейке ставил, чтобы, да, недостаточно. Да. Ну, я открывал. Вот я пришел к такому, вот, в трехрамочную. Я сдвигаю, делаю щель, там, да, палец, сантиметр. Очень много воды там скапливается, да, если, да, закрыть. Да, да. Мне надо сухое гнездо. А если бы была бы вентиляция в крыше, дырочка моя? Ну, тогда пленка надо еще. Да, 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 не, это хорошее решение. Вот эти в зимовнике, если стоит, зачем? Ваня, вот смотри, я, вот кормушки, да, литок, везде открытый верхний, это специально для зимовки. Но его не хватает, я еще рейки подлаживаю. Да, ну, чтобы было продух. Вот, да. Смотри, какая большая щель. Но, да, это сидит спокойно-спокойно, я вчера заходил. Ага, вот сидит. Вижу. Они там еще низко сидят, им комфортно. Иди сюда. Хорошо. Вот это сидит чуть. Ну это надо. Ну еще ж туда. Нормально сидят. Да, не переживаю. Я половину пасеки вообще не просматривал. Я племенные просмотрел, отводки, чтобы мед был, а остальные не смотрел. Ага. Даже не проваживал. А что вот это у вас? Кормушка. Не, ну я-то знаю. Может кто-то не кормушка, знает. Кто-то спросит. Бутылками кормит. Бутылка вкручивается и. Не вкручивается. Бутылка что? Ставится. Уже закрученная, когда.
Уже ну закручено просто, осталось. Да, ну, можешь снять. Туда. И все. Ну, надо делать чуть-чуть, чтобы была как бы ванночка такая, да. Чуть толще, глубже. Ваня, тебе интересно? Ули... Мне? Да. Мне интересно, конечно. Мне всегда ну, все скрепи. Интересно. Ко мне, я думаю, что да, ну, кому эта болтовня нужна? Нет, нет. Вы, ну, вы... Вот сидит. Вот, вот шесть тоже. Рамок. Спасибо, спасибо. Вот колба тебе покажу, это сверху. У вас 15-я колба, правильно? О, да. Вот колба. Да. Это F1. А, это F1 уже. Ну так свет равномерный. Так мама еще покрепче. Мама 7 рамок и подвисает снизу и сбоку. Да, снизу, да. Сбоку и сверху. Мама не вмещается на 7 рамок. 8-рамочная. Угу. Вот колба, B15. Угу. Хорошая пчела. Хорошо. Это дочь. Ральф Кольба, да. Вот подписано здесь, вот смотри, 8, метка 87-я метка, да. Левое крыло, 3-08 я ее, ну, видел эту матку. Да. B15 Кольба. У меня B18. Вот она дала подсолнуха, это дочка. Я отсюда продал пакет, и вот она дала 4 подсолнуха. 4 корпуса. Да, 4 надставки. 4 на надставки, нормально. Это проданный пакет был? Да. Так, ну и он, я увидел распечатку вашу. Тут хоть и темновато, конечно. Не повезло нам с распечаткой рассмотреть ее. Если надо, сейчас... Не, не надо, не надо. Нет. Ну, может, нет. Алексею интересно. Не, не надо, пчелы... Электроножи греются с подогревом, электроножи, вот, вибрация. Электроножи, вот смотрите, одна направляющая, вот. Вот одна направляющая, проволочка, вот. Да, да. Вот возле цепи, проволочка, вот. Ага. Вот вторая направляющая, вот вторая направляющая, вот, вот третья направляющая, видно? Вот сот направляет, три направляющих, и они регулируются, вот ножи эксцентриком, вот здесь две ручки, вот, разводятся, сводятся, вот две ручки да. Регулируются, она идет и взад, и вперед можно там переключатель, здесь температура выставляется, вот плюс-минус, до 95, по-моему, но она набрала там и отключилась, но еще подбирает ножи. А потом она опустилась, ну очень хорошо, быстро набирает. Она 2 минуты уже температурный режим взяла. А тут, довольны, тут ножи электрические, да? Я очень довольный. Я ну, сам качал. Я этот год сам качал. Вот все, что вы видите, сделал отводки. Ну, сын чуть-чуть помогал, бо сын насадил один самый мяч. Дорабатывать? Да. Ну, здесь бывает, что. Тут надо цепь хорошо смазать, потому что бывает цепь, звено не разработано, и бывает рамку ломают вот здесь. Ага. Правильно отрегулировать между цепью и направляющей, вот когда рамку смазать. Ну, я не суну, я раньше... Рамкам она то есть, не требует. Я по 5 рамок раньше вешал сюда, а сейчас я стараюсь по одной пускать и все. Ну вот рамки. Вот. О, а улья это Паламарчука вы делаете с USB? Это есть судьбы деревянные. Вот деревянные. Улья 50 штук есть, ну, я думаю, этот год засели. А, видно тебе? В чем интерес? Да, да. Развитие. Развитие. Да, ну, и вот, получается, вот, рамка вешается как украинская. Да. И будет хорошее развитие. Да, и 4 они друг друга греют. Есть 55 штук, Ваня. Вот есть. Да, я видел. Есть и тут. Это у вас для мини-плюсов перегородки? Это нет, это задвижка старых Дони, вот, знал. А посетите, пожалуйста, туда, сейчас сам стол покажу. А там, ну что стол? Нет, сетка, ну, сетка это... обычная. Сетка, обычная сетка. Это задвижки знал. Одно да. Тут тоже с подогревом? Здесь нет. Я хотел, но не было. Тогда на базе не было, это взяли, а товарищи сделали с подогревом. Ну, и крышка. Короче, покачал он на ночь, оставил подогрел, крышку закрыл, и все, мед стек весь. Ну, а ночь, ножи хорошо греют, он и так стекает прекрасно. Да. А шнека нет? Нема шнека, насоса нет. Меня спрашивают за шнек, ну зачем 5000 долларов влаживать? Ну, оно не стоит столько. Если там 1000 семей, что-то сэкономили. Можно было бы, да? Так, зимовник посмотрели, пчелки сидят хорошо. Пошлите, не будем их тревожить. На пол. Вот здесь, в этом проходе, самые большие пчелы, да? Вот это я за зиму подмел один раз. Вот в тех проходах подметал я месяц назад. Я подмел 4 литра. Он вентиляция. Вентиляция. А, не вот здесь. Вот то вентиляция. Но вентиляция 125, надо было 150 ставить. Я хочу добавить. Дело в том, что это сейчас туман, такая противная. 90 сейчас? Да. Мы заходили меньше, по-моему. Меньше, да. Это мы надышали. Да, смотрите, что. Что я хотел сказать. Ну, вообще надо квадратный кубический метр воздуха или помещение кубический. Ну, ширина, длина, высота. На одну пчелосинью. Ну, когда принудительная вентиляция, можно пол клуба.
У меня получается больше. У меня получается 7,5 на 6 и на 3,40. А тут стоит 300 штук почти. Ну это уличная влажность дает. Это уличная. Утром не было такого. Вытяжка, а приток? Это через приток, чей? Вот вытяжка. А, это приток, да? Да, вот, да, вот вытяжка поверху. Под потолком будет. Вот она. А сколько у вас? Я тоже думаю, что посреди. 1, 2. Чердак нельзя делать вытяжку, бы у вас чердак заменил. Не, ну это понятно. 3 вытяжки и притока? 4 притока. И 3 вытяжки. Ну надо добавить чуть-чуть. Ага. Не, ну тут вроде бы... А так на этом уровне для того, чтобы... Вот видишь, тут подмора почти нет. Да. Чего ниже вытяжку не опустили? Видно, конечно, ну... Ниже? Приток, то есть. Потому что холодный воздух, почему на такой высоте? Холодный воздух идет сюда вниз, а мне надо, чтобы кислород попал и в верхние ряды. То есть воздух зашел, он сам опустится вниз. А вверх холодный не подымется. Вверх только я раньше ставил решетки туда. Вот дует прям. Там тоже закрывает еще больше. Да. Ну не надо от мышей все равно. Так, ну, наверное, давай. Вот смотри, этот проход, смотри, высокий, да, тут 5 рядов. Вот смотри, сколько подмора. Ну, я сказал бы, что его нету. Ну, я один раз подмел всего с 280, ну, семей тут, ну, с трехрамочным. Ага. Я 4 литра намел. Ну, это чепуха для такого количества. А вытяжка у вас постоянно работает или автоматика? Нет, я хотел ставить автоматику, у меня есть термо, ну, релюшки термо, термометр контактный. А потом я не поставил, потому что, ну, бывает, надо отдать воздух. Вот они сидят, даже когда температура хорошая, они шумят. Я зашел утром, включил на час-два, прогнал воздух, они успокоились. Ага. Вот делают маленькие там трубы по чуть-чуть, я так смотрю, в россияне, там другие в зимой, амшане говорят. Да, пчелы могут жить, когда углекислота повышенная. Ну, я рассказывал на промышленном, у меня товарищ там в Черкасской области, они заносили гараж. И говорит, в угол зашли, в угол, пчелы плотно 70 ставили в угол, говорит, запах такой. Пчелы задохнулись от кислородного углерода. Потому я стараюсь везде, у меня, вот смотрите, сзади между рядами, у меня везде щели. Везде щели, да. До стены я не ставлю плотно. Спасибо. Везде щель, воздух должен ходить. Да. Между ульями вот между щель. Ульями. Щель. Сзади щель. Тоже в стене щель. Сетка снизу. У этих есть, но она сейчас где открыта, где закрыта, она не помогает. Ну, она вот все равно. Да, да, там маленькие помогает. Такие, по 10 сантиметров, две, ее недостаточно. Хорошо, а чего вы крышку сместили именно с этой стороны, а не с этой, для того, чтобы воздухообмен был такой? Что, именно так сместили? У вас так получается. Ну, мне так удобно. Я считаю, что сквозняк, чтобы на пчел не попадал. Нет, он будет тут выходить, а так и тут заходить. Пройдет и вытянет вверх, а так через клуб пойдет сквозняк. Да, да. Вот я так считаю. Так что, друзья, кто зимует трехрамочники или шестирамочники, вот это неплохо было. Не надо пленку в зимовнике. Просто у поляков приветнее инструкции именно. И температура, и влага. Если дно закрыто, да. Сюда и приток. То есть нормально. Поэтому не надо никаких пленочек. Сдвинули именно, пчелки, именно так, как мы видели, сидят больше, хорошо. Больше меньше, но именно зад открывают. Ну, может быть, я сам, я всегда не изучал. Я решил, я знаю, что сквозняк пчелам вредит. Они не да, труба не знает, то сквозняк всем вредит. Поэтому нужно выходить отсюда и пускай пчелки зимуют, да, а то мы тут сильно расходились. Нас... Эта зима у нас сильные перепады. У нас бывает за сутки, вообще мы живем на границе Херсонско-Николаевской, 20 градусов, 22 за сутки. А зимовник как? А здесь не колеблется. Здесь может температура поменяться за сутки на 2 градуса. Максимум 4, если ударит 20 морозов. Вот может на 4 градуса. Он же мед же гигроскопичный, теплопроводность. Он набирает в себя температуру. Поменять температуру резко не поменяется. Не, ну понятно, и дерево, и это. Даже вот я. Вот у меня чем удачно? Я это строил склад для пасеки. Я думал, мне 100 семей было, когда мы этот дом купили. И я вот этот склад, там качать мед, ну зимой рамки бить, думаю, мне хватит на 100 семей. А потом пришлось убрать и пчелы сюда поставить. И тут намного им комфортнее, чем... И я сделал ворота, как бы, думаю, ну когда-то может что-то занести или машину загнать. И мне получается вот, что удачно, здесь дверь и по диагонали ворота. Я могу на ночь открыть и продуть, когда жара. А, да. У меня при плюс 16, это мышка поработала. При плюс 16 я удерживал пчел. У людей уже облетелись, а у меня что-то было, я не помню, что-то мне плохо было, я не мог. Или грязь была. Плюс 16 я ночью проветрил,
тут было в помещении на улице плюс 16. И до вечера у меня здесь поднялось. Ночью проветрил, там было 10 или что. До вечера поднялось на 16 у меня, но я удержал пчел. Вентиляция работает. Получается, как на платформе вы везете или на машине. Открытый лесок. Их обдувает, они заходят в улей, они не выходят. Ну, вышла какая-то, посидела назад. Ну, там 10 выскочит на пол. Ну, ничего страшного. Я предлагаю, Ваня, да. А Ваня, мы... посмотри, как мышка поработала. Ну, без этого никуда, мышка. Сильно хотела. Да, кушать. Это мышка. Два у меня таких улья есть из 90 штук. Да, их 120 кг. Для натяжки проволоки. Вот. Столик. Нет, хорошо, извините. Честно говоря, почему? Потому что я как бы хотел увеличить, и я больше маток выводил на больших рамках, на дарданасских, чтобы сразу. Нет, сразу их в семье притворить. А я же весной продал. Денис, я, мне маток себе менять не нужно было. Почему? Я продал же 50 семей и 150 пакетов, у меня вся молодежь была. А потому я, чтобы как бы на дальнейшее смотрел, в трехрамочных зачем? Чтобы я сразу, а не в семье потом. Спасибо тебе, все. Замерз? Трохи, да. Так, ну вот вы, можно такой вопрос? Вот вы выносите пчел и выставляете их сзади, правильно? Да. И они тут так и стоят. Идем тебе еще поставим. А соседи не жалуются? Не, не жалуются. Нормально? Это ваши? Это наши, конечно. Сына. Чтобы его в зимовник не пустили. Как-то в грязь не лезьте, как-то постарайтесь. Вы его в зимовник не пустили. Ага, тут пчелы стоят, я понял. Вот тут, вот там видно у них. И вот на улице, вот так вы под пленочкой, да? Да, там спина к спине, там два ряда стоит. А почему? Это не влезли в зимовник? Или это, ну, почему именно так? Да не влезли. А просто не влезли, да? Еще на трех точках пчелы стоят. А, понятно. На одном, наверное, больше сотни стоит, тут 30 километров отсюда. И тут на другом поселке еще, ага. Еще на третьем. Ну, летают он пчелки. Да. На улице тепло пытается. Пленочки накрыли и все. Ну, мы накрывали до земли этот год, что как бы осень была такая. Ну, вроде как снежок, но не сильно. Женя, сын не стал накрывать до земли. А там, где были сильно закрыты, то мы сейчас подняли, чтобы литки нижние освободить. Да. Вдруг облет, тепло. Вот да. Так. Ага. Да, там чуть-чуть выскакивает, выпрыгивает. Что, можно сюда пройти? Вот? А давно у вас лысоневские трехрамочки? С 11-го года. С 11-го? Да. 120 штук я понял. И взял 40 штук, когда мне уже горишник привез, и я увидел мини-плюс, и говорю, давай поменяем. Он говорит, нет, это мне. Он же мечтал все карликой, матководством заниматься. Это мне, говорит, а ты заказал трехрамочные, все трехрамочные. И я в него 40 штук взял мини-плюсов, да. Зимует классно, очень классно. Даже в одном корпусе зимует. В одном корпусе. Да, у него на улице в одном корпусе зимует. Львовская область. Угу. За Львовом там километров 30-40 может. Понятно, я накрыл этот вот пленкой. А в том году там возле диета прицепы стоят, там стояли. Ага. Ну, корпуса там все. Ну там тоже сушь, там сушь, вот это сушь. Понятненько. Там 300-я сушь. Вот такой. Бутылки там. Ну что еще рассказать? Я вам все расскажу. Спасибо большое. Где мед стоит? Спасибо. Мед? Секрет.